За осужденными следят офицеры УФСИНа, за ними, в свою очередь, сотрудники прокуратуры. В ходе проверки в мужской исправительной колонии номер 4 Кинешемского района специалисты надзорного ведомства выявили ряд нарушений. Условия отбывания наказания оказались ненадлежащими. Стены из-за промочек в плесени и грибке. Технические помещения расположены рядом с кухней. Нужного количества раковин и унитазов в некоторых отрядах нет. Не нашли прокурора и комнаты психологической разгрузки. Указанные нарушения выявляли и раньше, но руководство колонии мерк их к устранению не принимало. Поэтому пришлось обратиться в суд. Тот, в свою очередь, встал на сторону осужденных. По результатам рассмотрения искового заявления судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, исправительному учреждению установлен срок для устранения нарушений до 31 декабря 2020 года. Решение суда в законную силу не вступило.